За отмену запрета на продажу пива в воскресенье депутаты проголосовали практически единогласно. Закон вступил в силу в прошлом году. С 17 до 22 часов пиво и другие слабоалкогольные напитки нельзя было продавать в выходной день. В итоге сокращение легального оборота и расширение теневого рынка продажи алкоголя. Резко возросло и количество отравлений суррогатом. У нас потребление легального алкоголя, сокращается значительно, но при этом мы же четко с вами понимаем, что в целом потребление алкоголя не снижается. Куда уходят люди? Потребляют нелегальный алкоголь. Мы это видим с вами по статистике отравлений. Из-за снижения легальных продаж пива областной бюджет тоже нес потери. Недополучил в общей сложности больше 3 миллиардов рублей. Поправки в закон касаются только слабоалкогольных напитков. Что же до крепкого алкоголя, все запреты остаются без изменений. Принципиальных изменений, что касается продажи алкогольной продукции, нет в тех поправках, которые мы внесены. Эта поправка касается исключительно продажи пива и слабоалкогольных напитков до 9 градусов. И изменения касаются только воскресного дня. Все те запреты, которые были определены законом, они действуют, изменений никакие не вносятся. Поправки в закон вступают в силу с 26 января. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов, события.